В Южной Африке у белого населения конфискуют землю. Такой закон принял местный парламент. Это инициатива оппозиционной радикальной партии. Ее сторонники утверждают, закон восстановит справедливость и позволит вернуть землю народу, отобрав ее у грабителей. Компенсация фермерам, у которых отнимут угодья, не предусмотрена. А им принадлежит почти 3/4 всех земель в стране. Президент инициативу поддержал, а демократические партии выступили против. Считают, что конфискация навредит экономике.